На сайте HotGame.ru ты сможешь выиграть любую топовую игру всего лишь за 49 рублей, а также Minecraft всего лишь за 20 рублей. Также на сайте присутствует различный выбор рандомных ключей. Ссылочка на магазин будет в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и ребята, сегодня с вами мы возвращаемся в наш 7-й сезон с модом на покемонов. Именно сегодня, ребята, нас ждет поединок с Геннадием, да, ребята, поэтому я надеюсь, вы дождались этой серии. Если вы хотите видеть следующую серию Пиксельмон, ребята, я сразу же выпущу ее на следующий день после того, как мы с вами наберем 7000 лайков на вот этом видео. Поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте лайк всего лишь за одну секунду, я сразу же выпущу для вас новую серию. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, делись этим видео со своими друзьями, чтобы они также приходили, ставили лайки и новые серии выходили как можно быстрее. И, конечно же, ребята, пишите что-то интересное в комментариях, на самый интересный комментарий я, как обычно, буду отвечать. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать к самой серии. И знаете что? Каждый, мать его, раз, каждый раз я в каждой серии хочу вам сказать, чтобы вы заходили на мою страницу ВКонтакте, добавляли меня в друзья. По возможности, ребята, вас добавлю. Не всех, потому что ВКонтакте есть лимит на друзей, к сожалению. Но все же, ребята, ссылочка будет в описании сразу. Первая ссылочка в описании под видео. Заходите, добавляйте меня в друзья, ребята. Я всегда хочу вам это сказать, но всегда забываю об этом. Поэтому, ребята, заходите, добавляйтесь. Я буду рад вас видеть в ВКонтакте, потому что я там отвечаю на ваши вопросы, делюсь своей информацией там о моей жизни, пощу фотки, многое другое. Поэтому, ребята, ссылочка будет сразу же в описании. И сейчас, ребята, вы готовы к поединку с Геннадием? Я, если честно, не совсем, потому что хотел бы вам, ребята, сказать то, что в первую очередь я сейчас немного болею, у меня прям с головой творится прям какое-то чудо-юдо нафиг, у меня она так крутится, так бомбит, ну не в том смысле бомбит, а прям я чуть в обморок не падаю, не знаю, что у меня с башкой вообще творится, но хрен его знает. Я сегодня чуть в обморок не упал, когда с пацанами утром записывал новую серию, но это было реально что-то странное, я прям офигел. Но все же, ребята, я записываю для вас новую серию, и, к сожалению, вместо этой серии, вот я вам скажу честно, по секрету вам скажу, вместо этой серии сегодня должна была выйти серия папочки, да. Но я настолько тупой, то что я случайно удалил вот эту серию, поэтому у пацанов выходит «Кто твой папочка?», а я как дебил пошел и записываю, ребята, сегодня Пиксельмон в 12 часов ночи, потому что я 5 минут назад заметил то, что я удалил серию с папочкой. Вот такая больная башка, не очень хорошо соображает. Больная в двух смыслах, то что я сейчас болею, и больная то, что тупенький немного. Да, но все же, ребята, зато поединок с Геннадием все же приблизился, ребята, на, ну, на 2-3 дня. Да, ну что, ребята, я надеюсь, что Геннадий нас там будет ждать, поэтому мы сейчас сразу же туда побежим. Кого мы будем брать на бой? У нас есть Чаризард, у нас есть Самурот. Бой, в бою должно быть два покемона, по правилам Геннадия, да, не больше. Поэтому Тортеру, Люксрея, Сайтра и Голета мы выложим, да. Этого мы выложим, этого, этого и этого. Это наша полностью готовая первая команда, которую осталось только прокачать как минимум к 50 уровню, чтобы потом ее выложить и начать собирать вторую команду по счету. Да, поэтому Геннадий, на кон мы будем ставить 64 алмаза. Это самое ценное, что сейчас у нас только присутствует. Да, у Геннадия я не знаю, что там присутствует, но он сказал то, что мы все ставим на кон, и потом увидим, кто что выиграет, тот и забирает приз. Геннадий, ты был сбитой, ты был таким делом. Он переоделся, ребят, он подготовился к сражению. Ну, ладно, Геннадий. О, сейчас спинку, шею разомнем, ребята, и надерем ему задницу, я надеюсь. Бой 2-2, что он тут говорит? Победитель забирает все. Геннадий, ты прям злой какой. Так, я уже думал, это Геннадий на меня напал, но это не Геннадий, это какой-то Люксо, да, тут гулял. Поэтому, ну что, ребят, вы готовы? Кидаем первого покемона, посмотрим, кого он выкинет и с кем мы сейчас будем сражаться. Давай, Геннадий, я на тебя нападаю. Ох, долго я ждал этого боя. Гена пишет, ну что, здрасте, готов проиграть? Готов. Так, Чаризард, у нас 51 уровень Чаризард против 51 уровня Голема. Мне кажется, нужно поменять на Самурота, потому что Голем, он же каменный, а огненный покемон против каменного будет очень плохо. Хреново то, что я забыл взять лечилки и воскрешалки. Если я проиграю, это будет жопа. Я смогу сюда вернуться только на следующий день, чтобы опять сразиться с Геннадием. Ох, ёшкин кот, ёшкины матрешки. Пожалуйста, Самурот.
Так, он нам не очень так много урона нанес, потому что он все же каменный, но все же половинку нам снес. Он нас убил! Сейчас осталось один на один. Один на один. Райчу против моего. И у нас одинаковые уровни. У нас одинаковые уровни. Райчу тоже 51, и мой Чаризард тоже 51. Боже, боже, боже. Он электрический. Если у него есть охрененная атака, если у нас еще парализует, то нам, ребята, честно скажу, жопа. И мы просрем один стак алмазов, потому что самое плохое, я просру Геннадию, которого я вот так ненавижу. Ну давайте я его стукну флеймтровером, то есть огнеметом, и посмотрим, сколько я ему урон нанесу. Он все же электрический, если бы это был сейчас каменный, то я бы 100% проиграл. Но все же это электрический, поэтому у меня есть шанс. Посмотрим. Да, еще разочек. Он нас убил. Конченый Гена. Ахахахахахахахаха. Лох. Я могу тебя реванш взять? Чё-то пошло не так. Гулем нас просто... Да. И Райчу тоже нас с одного удара. Значит, ребята, будем что-то думать, потому что этого Гену я просто так не оставлю. Я могу еще раз с ним сразиться? Нет, не могу. То есть я могу с ним сразиться только один раз в день. Я буду честным, я не буду жульничать. Я сейчас вернусь Гена. Я не буду жульничать. Раз мы проиграли, значит, так оно и есть. Раз мы проиграли, я не буду жульничать. Гена у нас выиграл. Гена, хоть и гамункул, вы поняли, да? Но все же, ребята, я жульничать не буду. Раз мы проиграли, значит, он выиграл. Я ему отдаю свой стак алмазов. Я знаю то, что я дурак, но все же. Я еще вернусь, паскуда. Нам нужно, ребята, продумать свою тактику. Как вы видите, я лоханулся. Я забыл тоже взять хилки и воскрешалки. Если бы я взял воскрешалку, я бы смог воскресить самурота. Хотя самуроту тоже бы была жопа, потому что самурот, он же водный. И Райчу бы также его убил с одного удара. Хреново, ребята, нужно думать тактики. Нужно думать тактики. Но сейчас хотя бы я уже знаю, какие у него есть покемоны. Первый покемон — это у него голем. Голема я спокойно смогу убить самуротом с одного-двух ударов. Потом у него идет Райчу. Вот против Райчу нужна какая-то особенная техника. Кто против Райчу может сразиться? Против Райчу отлично может сразиться каменный покемон, которого, к сожалению, у нас сейчас нету. Да прогрузистый ёшкин кот, нахрена. Каменного покемона у нас нету. Зато, может, Галец может сразиться с ним. Как ты думаешь, Галетушка? Это призрак? И это земляной, да? Земля же не проводит электрику, поэтому, мне кажется, Галет ему задницу все же сможет разорвать. Мне так кажется. Поэтому, ребята, сейчас мы выкладываем самурота. Хотя если мы выложим... Сейчас, ребята, вот сейчас нужно продумать все хорошенько. Давайте вы мне, ребята, подскажете. Если я выложу самурота, то у него будет голем. А голема я не смогу выиграть с помощью Чаризарда, потому что огонь против камня — это хрень, если честно. Поэтому мне почему-то кажется то, что мне даже следует выложить не самурота, а наоборот нашего лидера, нашего капитана Чаризарда. Как бы мне этого не хотелось сделать, потому что Чаризард против голема ни хрена не сможет сделать. А потом у него идет Райчу, и как вы видели, мы сейчас сражались с Чаризардом против Райчу в равном бою, и Райчу нас вырубил с одного удара. Поэтому, прости, Чаризардушка, мы должны тебя выложить, но я его выложу, я его только сейчас храню, для того, чтобы потом на нем полетать, если нам куда-то нужно будет слетать. Поэтому Чаризарда я выложу. Самурот у нас первый пойдет в бой, я надеюсь, то, что я смогу заколбасить... голема, и потом у нас будет идти Галет, который будет у нас Гуларком, да, но его нужно прокачать. Мне кажется, то, что вот этот Гуларк сможет справиться, потому что он призрак, да, то есть он не призрак, он тьма, и он земля.
Поэтому если бы я... Да что ты так лагаешь? Поэтому если бы я сейчас мог ему найти удар Earthquake, то есть землетрясение, это было бы вообще офигенно. Он бы Райчу с одного удара заколбасил. Но, к сожалению, у меня вот этой... Да, не будет. Поэтому будем, ребята, надеяться, то, что он сможет изучить какие-то нормальные атаки сам по себе. Если он земля, то против кого нам нужно качаться? Против воды нет. Вот против огня, против электрики, мне кажется, будет самое то. Только где нам вот это все найти? Землю и электрику. Горы, сокровища, шахта, океан, глиняный биом. Все же, мне кажется, в глиняном биоме нужно покачаться немного нашему Галету. Это, ребята, очень плохо. Дайте я быстренько вот это все тут исправлю. Вот так. Ребята, это очень плохо. Давайте быстренько тоже пойдем поспим, потому что... Я просрал стак алмазов, да. Но это пофиг, стак алмазов, ладно, насрать на него. Плохо то, что я не отстоял свою честь. Я просрал Геннадию, я, ребята, опозорился. Но все же реванш я у него возьму. У него сейчас уже есть какой-то его ценный предмет. И плюс мой стак алмазов. Сейчас мне нужно будет тоже поставить на кон еще что-то, что у меня есть сейчас самое главное, самое важное. Я не знаю, что у меня есть. Наверное, еще там полстака алмазов у меня осталось. Ну или стак изумруда, в принципе, мне кажется, тоже будет нормально. Поэтому, ребята, сейчас мы прокачаем Галета до 50 уровня, где-то тоже так, потому что, как вы заметили, его покемоны такого же уровня, как мои, то есть его покемоны такие же, как мои, равноценные. Если мой 26 уровень, у него тоже будет 26 уровень. Поэтому, ребята, неважно, к какому мы будем качаться, но мне кажется, если я прокачаю Голарка до 50, то это будет идеально. Это будет идеально. Я надеюсь, то, что я, ребята, смогу все же отомстить нашему Геннадию, потому что он меня, если честно, уже заколебал. Он меня в первый раз стукнул по башке и отрубился, а потом вызвал меня на бой и сейчас еще и выиграл. Но все же, если бы я взял лечилки, если бы я взял воскрешалки, то я бы у него выиграл 100%, да. Но, к сожалению, как видите, не совсем получилось, да. Я просто-напросто поспешил, людей насмешил, как говорится. Да, очень жалко, но все же, сейчас. Успокойтесь, ребята, успокойтесь. Ща мы нашего Галетика докачаем и попочку нашему Геннадию разорвем. Хоть не в первый раз, но зато, ребят, как опять говорится, на ошибках учатся. Поэтому в следующий раз, ребята, я уже буду знать, что мне делать, чтобы не повторить мои ошибки, которые я уже совершил в бою с нашим, самурод. С нашим Геннадием. Да, я надеюсь, то, что больше никакие Геннадии нам не встретятся, потому что не хочу я больше с такими паскудами сражаться, но кто его знает. Я Геннадия тоже, если честно, не ожидал, но он пришел и просто по башке мне стукнул и вызвал меня на бой, что тоже очень странно, да? Но все же, о, давайте вот этого рулетика убьем. Иди сюда, вряд ли я его смогу убить нашим Галетом, поэтому через Ардушка давай справляйся. А Райчу вообще охренел, он меня с одного удара убил нафиг, я вообще прям рот чуть ли не открыл. Так, ты нам не нужен. Да, ребята, да, но все же в следующей серии мы докачаем нашего Галета, это 100%, мы его докачаем, хотя бы, ну, как я сказал, к 50 уровню. Так, ну ладно, вот этот нас убил. Мы прокачаем нашего Галета и опять, ребята, пойдем сражаться с Геннадием. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. На этом, к сожалению, мы уже будем заканчивать, потому что я сейчас расстроен из-за этого конченного Геннадия. Но все же, если вы хотите, чтобы я завтра выпустил следующую серию Пиксельмона, где я уже наконец-то пойду и возьму реванш у Геннадия, наконец-то смогу ему отомстить, ребята, ставьте большие пальцы вверх. Набираем 7000 лайков на вот этой серии. И я обещаю то, что завтра же выпускаю следующую серию Пиксельмонов, если вы, ребята, конечно, этого хотите. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Зовите своих друзей на просмотр видео, чтобы они также ставили лайки. Набираем быстренько лайки, сразу выходит новая серия. Также, ребята, пишите что-то в комментариях, какие-то ваши интересные идеи, чтобы вы сделали Геннадию там, чтобы вы ему отрезали то, что, ребята, он со мной сделал. Ребята, на самые интересные комментарии я, как обычно, буду отвечать. И также заходите, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании, ребята, не поленитесь. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, ребята, не судите то, что я все же проиграл против Геннадия, но я реванш возьму, я вам это обещаю. Если я даже еще раз проиграю, надеюсь, что этого не случится, то я потом еще один реванш возьму и буду его дрючить до тех пор, пока не выиграю. Ребята, еще раз всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.